последние сутки, и также Москва обращала внимание на необходимость провести вопрос. Готовятся очередные провокации с применением химического оружия, будут организованы постановки, в частности в Восточной Гуте, привлекут внимание, как всегда, с надрывом мирового сообщества к страданиям мирного населения, к жертвам среди невинных граждан, и под этим предлогом планируют применить силу со стороны американской коалиции, в том числе по сирийской столице.